Добрый день, меня зовут Мершавка Анастасия, и сегодня я расскажу и покажу вам, как провести ваши первые экспериментальные измерения. Для начала давайте разберемся, что же мы такое спаяли на прошлом занятии. Это РЦ-цепь, главными элементами которой являются конденсатор и резистор. Второй конденсатор и кнопка – необязательные элементы схемы. Они добавлены для того, чтобы по нажатию кнопки в случае необходимости быстро разряжать конденсатор через маленький резистор. Но об этом поговорим чуть позже. Сегодня мы будем использовать ЦАП, компаратор и метод прозрядного уравновешивания, чтобы исследовать данную систему, а именно изучить процесс зарядки и разрядки конденсатора в интегрирующей РЦ-цепочке. Почему мы выбрали именно РЦ-цепь в качестве объекта исследования? Во-первых, нам нужна достаточно простая система, которую легко собрать на плате или спаять. В этом вы уже убедились на практике. Во-вторых, очень удобно, когда исследуемая величина – это просто напряжение. Именно напряжение на конденсаторе представляет для нас интерес. Если же мы захотим использовать в исследовании, допустим, датчик освещенности, то после получения отсчетов от ЦП нам потребуется калибровка, поскольку нам нужно сопоставить вольты с люксами, получить зависимость освещенности от напряжения. Без эталонного прибора, измерителя этой самой освещенности и калибровки, узнать, какому значению соответствует, например, 10 вольт, практически невозможно. В-третьих, потому что мы уже использовали РЦ-цепь и знаем о ней кое-что. На занятии по цифроаналоговому преобразованию мы увидели, что на ее основе можно построить ЦАП, если подавать переменное напряжение в виде прямоугольного сигнала разной скважности. Кстати, еще один интересный факт. РЦ-цепь можно рассматривать как делитель напряжения с одним из плеч, обладающих ямкостным сопротивлением переменному току. С делителями напряжения мы тоже уже неплохо знакомы. В-четвертых, система должна быть еще интересной, но не перегруженной теорией. По всем признакам РЦ-цепь подходит. Но прежде чем переходить к измерениям, немного погрузимся в теорию. Как вы помните, конденсатор представляет из себя две обкладки, которые находятся на некотором расстоянии. Между ними находится диэлектрик. Конденсатор нужен для накопления заряда и энергии электрического поля. Главная характеристика конденсатора – это емкость. Она показывает, насколько может зарядиться тот или иной конденсатор. Емкость зависит от площади обкладок, от расстояния между ними, а также от вещества, которое находится между обкладками. Емкость не зависит от прикладываемого напряжения. Наш конденсатор обладает емкостью 10 микрофарад. При подключении конденсатора к источнику постоянной электродвижущей силы, например, батарейки, он заряжается до напряжения УЦ, которое равняется ЭДС источника. Нужно быть аккуратным. Если к конденсатору приложить слишком большое напряжение, обычно предел указывается прямо на конденсаторе, то он пробивается, то есть через диэлектрик между пластинами пойдет электрический ток. Это означает, что конденсатор теряет свое основное свойство накапливать электрический заряд. На данном конденсаторе указан предел 16 вольт. Если напряжение в пределах допустимого, то в конденсаторе накапливается заряд. Он равняется произведению емкости на напряжение или емкости на ЭДС. При зарядке конденсатора на одной его обкладке будет положительный заряд, а на другой – отрицательный. Даже если убрать источник питания, заряд на конденсаторе все равно сохранится в течение какого-то времени. Сохранность заряда зависит от сопротивления материала между пластинами. Чем оно меньше, тем быстрее со временем будет разряжаться конденсатор, создавая ток утечки. Если к конденсатору мы подсоединим резистор, то он будет через резистор разряжаться. В разрядке конденсатора через резистор заложен весь принцип работы РЦ-цепи. Кстати, чтобы узнать, каким сопротивлением обладает резистор, а мультиметра под рукой нет, нужно обратить внимание на его внешний вид. Так как такие детали довольно мелкие, порядка нескольких миллиметров, цифрами номиналы обычно не пишут на них, а используют маркировку цветными полосками, характеризующими номинальное сопротивление и точность. То есть это не просто красивое оформление, а зашифрованная полезная информация. Можно воспользоваться специальным калькулятором цветовой маркировки резисторов, чтобы определить, что сопротивление резистора в нашей РЦ-цепи равно 1 мегаому, а точность 5%. Для СМД-резисторов также существуют калькуляторы.
Их маркировка состоит из 3-4 символов, которые просто нужно ввести в поле. Получается, что сопротивление маленького резистора равно 100 Ом. В зависимости от места включения конденсатора в цепь с постоянной ЭДС, он может либо полностью исключить прохождение электрического тока, либо наоборот, совсем не оказывать влияния на его величину. Например, в такой цепи постоянного тока не будет, так как конденсатор зарядится до напряжения источника. ЭДС источника и напряжение на конденсаторе будут компенсировать друг друга, так что ток через резистор протекать не будет. Теперь рассмотрим пример РЦ-цепи, которая работает не в стационарном режиме, то есть у нее есть ключ, который можно замыкать и размыкать. Замыкание ключа эквивалентно подаче сигнала в виде скачка напряжения. То есть сначала напряжение равно нулю, в момент замыкания оно резко возрастает, но из физических соображений напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, иначе бы запасенная в конденсаторе электрическая энергия, которая пропорциональна квадрату напряжения, тоже изменилась бы мгновенно. То есть источник энергии, от которого конденсатор бы заряжался, должен был иметь бесконечно большую мощность, поскольку при стремлении дельта Т к нулю мощность стремится к бесконечности, потому что она равна дельта омега делить на дельта Т. Это стремится к бесконечности. Таких источников у нас в распоряжении нет. Значит, делаем вывод, что напряжение на конденсаторе будет изменяться постепенно. В первый момент после замыкания ключа напряжение на конденсаторе остается равным нулю. Из закона Ома находим ток в цепи начальный момент времени. Это будет ЭДС поделить на сопротивление. Этим током конденсатор в первый момент и будет заряжаться. Но по мере зарядки конденсатора будет создаваться падение напряжения, противодействующее напряжению источника. Найдем зависимость напряжения на конденсаторе от времени. Для этого вспомним, что сила тока определяется как количество заряда ДК, проходящего через сечение проводника за бесконечно малый промежуток времени dt, к длительности этого промежутка, то есть I равно dq по dt. Отсюда выразим заряд на конденсаторе. Он будет равен интегралу от тока по времени в пределах от нуля до времени измерения. Так как напряжение на конденсаторе равно заряд делить на емкость, то, подставляя выражение для заряда в эту формулу, мы получаем. Из второго закона Киргофа алгебраическая сумма ЭДС, действующая в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжений на всех резистивных элементах в этом контуре. Тогда в рассматриваемые РЦ-цепи для любого момента времени ТИ можно записать ЭДС равно сила тока в цепи, зависящая от времени, умножить на сопротивление резистора плюс напряжение на конденсаторе. Подставив в этот закон выражение для напряжения на конденсаторе, мы получаем уравнение. Совсем скоро вы научитесь решать такие дифференциальные интегральные уравнения, а пока просто обратим внимание на результат. Получается, что сила тока в РЦ-цепи равна ЭДС поделить на сопротивление умножить на Е, то есть основание натурального логарифма в степени минус Т делить на РЦ. Подставляя найденный вид для силы тока во второй закон Киргофа, получаем. Напряжение на конденсаторе будет изменяться по следующему экспоненциальному закону. Эта зависимость называется переходной характеристикой цепи. Буквой тау обозначается сопротивление, умноженное на емкость. Эта величина носит название постоянное времени заряда конденсатора. Тогда у С равно ЭДС умножить на единица минус Е в степени минус Т поделить на тау. А какой у нее физический смысл? Если мы выберем момент времени, равный тау секунд, то в степени экспоненты будет единица, точнее минус единица. Тогда напряжение будет равняться ЭДС умножить на 1 минус Е в степени минус 1.
То есть примерно ЭДС на 1 минус 0,37, то есть 0,63 ЭДС. За тау секунд конденсатор заряжается до 67% от максимума. Нехитрым подбором можно определить, что за 5 тау секунд конденсатор зарядится примерно на 99%. Разряд конденсатора происходит по тому же принципу, за то же время. Разница только в начальном значении напряжения. Давайте проверим теоретический результат на практике. Пока у нас не написан скрипт, который позволит считать напряжение с конденсатора и сразу построить график, мы можем воспользоваться эталонным прибором. Например, осциллографом. Хотя он построен в целом на тех же принципах, в нем также есть АЦП, но мы ему можем доверять гораздо больше, чем написанным функциям для АЦП на малинке. Потому что это мощный метрологический прибор, сертифицированное устройство, которое проходило проверки и получило паспорт, сертификаты и прочие подтверждения надежности. С помощью осциллографа мы окончательно убедимся, что схема работает как надо, а проведенные расчеты верны. Ставим спаянную плату в разъемы на учебный. Подключим щупы осциллографа к земле и к плюсовой ножке конденсатора, после чего подадим питание на 17-й пин. Одна клеточка на экране равняется 10 секундам по горизонтали и 1 вольту по вертикали. За первые 7-10 секунд конденсатор успевает зарядиться больше, чем наполовину, но с каждой секундой скорость зарядки падает. Итак, как вы видите, напряжение экспоненциально зависит от времени, точнее, как 1 минус e в степени минус x, а не линейно, как могло бы вам раньше показаться. Вообще, анализ РЦ цепей, содержащих один конденсатор, показывает, что всем им присущ экспоненциальный закон изменения токов и напряжений. Мы не дожидались полной зарядки, просто когда конденсатор зарядился на 90%, перестали подавать питание, и он стал разряжаться. Разрядка должна занять такое же время, что и зарядка. Зависимость напряжения от времени здесь имеет вид e в степени минус x. Заново подадим питание на конденсатор и, не дожидаясь зарядки, нажмем на кнопку. Напряжение очень быстро упало до нуля, а точнее в 10 тысяч раз быстрее, потому что по нажатию кнопки замкнулась цепь с СМД-резистором, и конденсатор разрядился через маленький резистор в 100 Ом вместо основного резистора в 1 мегаом. Вы можете использовать кнопку во время отладки скрипта, который вы совсем скоро напишете.